Хей, okay, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Devil May Cry 5. Это у нас уже 16-я миссия, Распутье Данте. Мы с вами прошли Распутье... Так. Отмщение уже близко, и для Неро недостаточно так одной этой мысли, чтобы двигаться вперед сквозь полчища... Так, исчадий ада. Разделившись с врагами на своем пути, Неро наконец-то встретился с Ви, который был словно на пороге смерти, но однажды в такое состояние Ви был... твердо намерен продолжить путь. И он отправился к незнешнему так, уровню клипота. Тем временем Данте выбирается вперед. Или вырывается? Вырывается. No hard feelings, guys, but... Не серчайте, ребята! Ну это... На жизнь что такое? Уж поверь, Нелора. Лучше в тебя в это не ввязываться. Да, вот так вот. Ну... Давай, что, черный или классический? Ой, кажется, я классический, да, выбрал? Ну ладно, будем с классическим. Не, типа, готический стиль тоже такой, типа, прикольный. Ну, оригинал лучше. Начать миссию. Не знаю, я снова немного там звуки повыше, пониже сделал, чтобы игру была норма слышно. А то, знаете, я раньше именно вот так, получается, видосики снимала с таким, да, тихим голосом. Ну, а теперь можно, в принципе, нормально говорить. Ну, мне кажется, что вот так, что вот так, разница небольшая. Так, думаю, можно включать опять вебку, потому что сейчас что-то да будет. Да? Как что-то на... Долгая какая-то. Ладненько, посмотрим по советам. А, она там пролагала. Думал, что будет. Мне нужно прыгать в дырку, так? Ну что? Jump. Ладно. Теперь все всерьез. Надо поспешить. Ой, тихо. Так, а то мало ли сейчас что-то еще потеряю. Платформинг. Типа я халяву терять не хочу. Нафиг надо. Здесь в виде лестницы, да? А прикиньте, так вот спускаемся, там бац, сзади. О. И так что-то ценное вдруг упущу. Лучше падать так, чтобы все на это смотреть. Что-то нам не очень так уж много дали душ. Висим в воздухе, нормально. А, не. Все-таки бой. Так, это темный рыцарь, да? Ни хрена. Так ты и с другими стакаешься? Я сейчас для себя такую вещь понял. Я могу сделать так? Или нет? Сейчас поймете, чем, что я имею в виду. Ладно. Ну как бы меч он быстрее атакует. Вот видите, типа, здесь все равно, какое у меня будет оружие. Оно будет жестким. Типа ноги у меня сейчас самые жесткие.
Бац, вот вы видите сами. Бац, 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 просто нету врага, все. Сишки. Заработал ли на сишке? То есть это жесткая комба. Я думал только с мечом работать, но нет. Если это работает плюс со всеми оружиями, плюс демоническая форма. Ну да, ну видите, меч просто что у нас остывает. Так, мне кажется, вот эта херня будет падать. Ну не падает, осыпается. У нас двойной прыжок, поэтому не очень так уж страшно. Золотишко. Мне хуже даешь, чтобы 20-ник. Где-то в районе стальки. Ничего не теряем по пути. Да. Единственный минус то, что он автоматом переключается на другое какое-то оружие. Слушайте, а мне же за это тоже... А, за это тоже деньги дают, то нормально. Значит, все собираем. И беленькие, и зелененькие. Давай, next битва. А, держу в курсе. Подожди, подожди. Ты меч заряди сначала. И все. Давай на вот эту херь. Данте, Данте. Ладно. Он видит в виде приоритета эту херь, да? Давай, давай, давай. А, так ты одеваешь на них шляпу. Нет, 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 не взрывайся, не взрывайся. Угу, можно попасть на ту сторону. Так. Либо можно вообще упасть, да? Ага, либо можно вот такие провисания. А, ну это постобработка, ладно. Постобработка, тогда ладно. Так, это я, получается, вниз, да, просто спускаюсь? Или же нет? Ну, мне точно нужно вниз. Только теперь в какую сторону вниз? Давайте сюда сходим. Блин, я не знаю. Мне кажется, что это просто... Что я туда бегу. Что я просто круг делаю. Давай, давай, давай.
Изи, изи, изи. Плюс денежка. Тихо, тихо, тихо. Не падаем. Так, почти 50к. Вот, и по идее могу вниз прыгнуть, но... Я больше сюда не заберусь. Могу ли я обратно вернуться? Теперь вопрос. А, уже нет. Или могу? Ладно, короче, не будем терять времени, вперед. Давай, 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 разносим. Ай. Можно, пожалуйста, не так жестко? А ты что, меня атакуешь, ты, гнида? Ты куда убегаешь? Ну! О, ни хрена себе. Давай, 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 бьем. Слабо. Мне плюс еще зачем-то шляпу. Он с шляпы юзает, у меня за это деньги забирают. Да, ну ты не юзай. Нужно будет ее вообще убрать с твоего инвентаря. Так деньги все позабирают. Все. А остальное пускай будет, потому что мне так кажется, пускай заряжается. Если будет босс, чтобы у меня форма демона была. Форма демона мы, фу, всех разнесем к чертям. Долети. Ладно, наверх. А, я понял. Наверх уже не пробежать. Тихо, не все терять, не все терять. Что не время, что-то там он говорит. Почему ты юзаешь пилы? Заряжай меч. Все. Не меч главное. Ух ты, попал.
Ой, а у меня сейчас форма демона сама наберется. Эй-эй-эй. Давай без вот этих, а? Давай-давай-давай. Я сейчас немного это, сдыхаю. Ну падай, ну быстрее. Опять ты шляпу свою сраную взял. Хорош. И главное не отменить, понимаете, атаку. Типа, если ты ее уже начал, то уже все. Какие же медленные бои за фризов. Ё-моё. О! Я вижу это Ви. О, это кокон. Давай, 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 давай. Резко. Давай, 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 тпхаемся, бьем. Такое. Не даем ему вставать. О, это новый какой-то или нет? Там же ледяные были, это. А это какой-то ледяной, что ли? Не, подождите, там молниеносный. Да, что мы вообще очень низко спускаемся. Так, у меня, если что, есть на две формы демона энергии. Хотя бы быстрее пошел немного. Здесь он. Вперед и вниз. Ну да ладно, пора топать. Я не хочу упускать халяву. Ну тихо, там еще есть. Понятное дело, что сейчас будет босс.
скоро уже. Или нет? Вниз, да, мне? Больше здесь ничего не лежит для меня. Не, ну данты жесткие, жесткие. Давайте прокачиваться. О, пистолетики. Ну, в принципе... Не, подожди, мне нужно что? Мастер клинка. Я не знаю, как она вообще работает. Поэтому прокачаем руки. И... Хотя давайте меч вкачаем. Овердрайв. Типа он еще даже еще становится. Я за лучше за меч. Мало ли. Так, сколько? 9000 остается. Ага, все. Так, у нас 20, если что, воскрешалок есть. Касценка. Давай. Прочь отсюда! Лишь владыки подземного мира могут войти в эти врата ваших серверов. Ты не пройдешь! Полегче, дружок. Эй! Помню, встретился мне один вонючий песик вроде тебя. Я не потерплю оскорблений от меня. От тебя, смердящая тварь. Смотрю, твой хозяин держит тебя на коротком поводке. Иди сюда, щенок. Я с тобой погуляю. Ну же, пойдем. Я одолею наш... А, ты одолел наших родичей. Ну... Пред тобой вожак стоит серперов. Они были слабы. Но мы полакомимся твоей плотью. И обглодаем каждую кость. Я смотрю, у них там молния, огонь и лед, да? По эффектам. Вот как. Сильнейший щенок из помета. Придется найти повод. Так, понадежнее. Поехали. Так, первым делом, что мы делаем? Заряжаем меч. Вау. Я понял. А замечу, что я еще не превратился даже в демона. Воу-воу-воу-воу, полегче, полегче. Щенок. Так. Ихнее слабое место — это голова. Ой, кажется, я немного замерз. Ну,
Ну, тоби хана, чел. Надеюсь, ты понимаешь, почему. Бам! Сейчас, тихо. Отходим, отходим. Ну да, типа меня коснули, окей. Но мне сейчас меч тоже зарядится. Не-не-не, тихо-тихо, меч, заряжай. Ты можешь заряжать меч? А меч что-то не заряжается немного. Ладно, добьем так. Так, переключаемся на кулаки. Можно приземлиться? Давай, к голове, тпхаемся. Да, последний, ну. Все, по шее получил. Нихера себе палочка. Похоже, я прибыл первым. Прекрасно. Ну да, это был такой бой. Прикольненький. На эсочку выполнили. Блин, Цербер. Вожак Церберов. В этом измененном оружии предмете так сила вожаков Церберов, наполненной его силой льда, огней и молнии. Так, это оружие имеет три режима использования навык. Так, вот это ледяная наука, так, стекает клинок, чтобы признать огненный шест, или удержите и отпустите, чтобы взять электрический посох. Такое. У нас самое жесткое — это заряд меча и кулаки. Пока что это будет имбово. Я не знаю, посмотрим насчет палки, может она тоже будет типа нормальная по атаке. Так, галерея. Библиотека. О, письмо Моррисона. Прошло несколько лет, и Дант отправился на остров. Так, взялся за дело, которое ему подкинула красотка. Кажется, владыка подземного мира пытался сломать печать и проникнуть в наш мир. И он попросил Данта его остановить. Вот он. Вот он и уплыл на остров Малет, по моей карте. Спросишь, что за мадемузаль его провождала? А, мадемуазель. Мадемуазель, блядь. Это была Триш. Должен признать, когда я первый раз ее увидел, мне ж поплохело. Так она похожа на покойной мать Данте. И не встречал, но она... Так. Ну не поверишь, раньше у Данте на столе стоял рама с ее фотографией на столе.
Ладно, не суть. Тогда я еще не знал о демонической натуре Триш. Она должна была заманить Данте в ловушку, жалко осуществить так. Жалко существовать, чьей целью было помочь рождению владыки демонов. Тогда многие знали о фото на столе Данте. Думаю, владыка хотел сыграть на его сыновей любви. Так, на острове много чего произошло. Данте раз и навсегда разделался с владыкой демонов и вернулся в Devil May Cry вместе с Триш. Больше мне ничего не известно. Не перестало мне копаться в подобных делах. Кроме того, важно лишь то, что тогда Данте смог завалить правителя мира демонов. А завалить правителя мира демонов и угадай из тех раз с таким заданием к нашему другу Данте явился Ви. Победив воскресшего владыку демонов. Данте взял за дело и направился в Редгрейв Сити. Что за владыка демонов его там ждет? Тот же, что был на острове Малет. Понятия не имею, однако мне вот все кажется, что это дело как-то связано с корнем Данте. В конце концов, мы же говорим о том самом Тони Рейдреве. Вот такие дела. Вся история от начала и до конца, свяжусь с тобой, если что еще узнаю. Так что ты не помирай там, думаю, мы с тобой подружимся, малой. Ты только меня не подведи. Так, и все, да, получается, да. Так, отчеты. Оружие. Данте. У нас еще целых три оружия будет новых, ё-моё. Вожак Церберов. В стародавнее время у Данте были оружия под названием Цербер. Если бы Данте решил его улучшить, получилась бы вот такая штуковина. Так называемый вожак клана Церберов был той же еще скотиной. Скажу я тебе. Эту штуку менять... Так. Меняется... Обвая... Так, огнем. Обдавая огнем, льдом и молнием. Всех... кто окажется на пути. Мне, как оружие, безумно интересно узнать, как запихнули все эти силы в одно изумительное оружие. Так, и по врагам у нас боссы остаются. Так, вожак Церберов. Все знают, что псы с тремя головами зовут Церберами. Данте удалось так повстречать вожака стаи. Далеко пойдет парень. Что ж, надо отдать вожаку должное. Плевать с огнем, молниями и льдом — это круто. Однако, как и в случае с другим Цербером, под его почтенной королевской натуре скрывается обычный сторожевой пес. Интересно, расстроился ли Оризен, узнав, что его песика насали крантышки? Ну, так, у нас получается остается только Оризен, Оризен 8-я миссия, Оризен еще и Оризен еще. Поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока. Следующая серия у нас братья. Как-то так. Всем пока.